абсолютно чисто сейчас было. Ну, посмотрите, вот эти. А за счет чего только акустика вот эта? Ну, здесь есть, естественно, резонанс в пещере. И поэтому... А то я смотрю на приборчик, думаю, может быть... Нет, да. Приборчик... Это записывает звук просто. Да, это мы записываем звук, а вообще здесь естественная акустика. А кто что спросил, а то вышел бы? Нет, электро никакой нет, это все. Спасибо, что нам поверил. Спасибо, извините. Проверенной электроникой было такое, знаете? Были нам низкие тона, вот усиливаются. Да, здесь вообще. Интересный эффект. Спасибо. Вот так вот вы меня в YouTube найдете, ВКонтакте тоже. Спасибо большое. Извините меня, сниму просто вот так. Давайте. Итак, уважаемые гости, мы спустились в подвал богатой караимской усадьбы. Чего только не было в подвалах у богатых караимов. Например, верхняя часть вы видите, а там оставлен подвалный стол. Следы решеток на входных проемах все нарисовало на карте. Были вставлены двери верхнего помещения, спускались позы овцы. Вот там на подиуме средневековые модели не ходили, корма. Внизу в этих нишах, смотрите, вот под этим поднять, хранили мясо. Мясо перекладывали соломой, и получались такие ледники. Ютуб это верхнее. Ютуб верхнее, а контакт это нижнее. Мы можем обменяться. А вы можете так к стеночке пойти? Есть концерт. Так, сейчас запишу.